В жизни семимесячного тигренка это первое путешествие на маршрутке. Жорика привезли, чтобы показать журналистам. Сейчас и не скажешь, еще недавно он был при смерти. Челябинский ветеринар сделал хищнику несколько операций. Зверь пошел на поправку, но теперь его снова нужно спасать. Нельзя допустить, чтобы он вернулся в передвижной зоопарк. Потому что он там не жилец. То есть на мой вопрос, а если он там не выживет, ну они сказали, ну в таких случаях у них есть другие направления, то есть из таких мертвых животных в этих зоопарках всегда делают чучела и ковры. У Жорика огромная рана на морде. Это последствия сильнейшего загноения. Прежним хозяевам он теперь не нужен. Но и отдавать тигренка просто так владельцы Курганского зоопарка не хотят. Экзотического зверя предлагают купить за 150 тысяч. Если деньги найдутся, то Жорик поселится в загородном питомнике. Условия какие? Там большой вольер двухсекционный. Ну, сделан он под крупных собак, будем говорить. Ну, это сейчас он что, большая собака. Что-то, я думаю, этого будет достаточно. Прогулочный двор большой будет у него, где ему подвигаться туда-сюда. Ну, и он знает поводок, в принципе, там он, я его с ним в лес схожу, погулять выйду. Пока же тигренок гуляет в одном из челябинских дворов. Соседям даже нравится, но так долго продолжаться не может. Жорик каждый день прибавляет в весе и впоследствии попросту не сможет жить в помещениях ветклиники и станет опасен. Ради его жизни ветеринар просит людей помочь деньгами. Мы сейчас как бы вышли с таким предложением, чтобы жители города помогли собрать эту сумму, откупить этого тигра. В том, чтобы спасти Жорика в преддверии года тигра, Карен Далакян видит особый символизм. Помочь в силах любой желающий. Деньги можно принести в ветклинику на Молодогвардейцев 60А или перечислить на счет. Банковские реквизиты на сайте 31 канала.